Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, каким образом можно проконтролировать качество работы операторов по скрипту без выборочного прослушивания с помощью скрипт-дизайнера. Сейчас на экране вы видите простой интерфейс, как видит скрипт-оператор. Более сложный интерфейс содержит справа столбец наиболее часто встречающихся возражений или вопросов клиентов. Эти сквозные ответы, сквозные возражения, сквозные вопросы могут быть проходить через весь скрипт или привязаны к какому-то этапу разговора. Давайте посмотрим, а как руководители могут отследить, где скрипты отрабатывают нормально, а где они ломаются, где недостаток скрипта и каким образом можно это исправить. Мы вводим имя и пароль, заходим в систему скрипт-дизайнер, в верхнем меню «Отчеты» открываем отчет по скриптам. И видим список наших скриптов и каким образом происходили звонки. Давайте возьмем холодные звонки в колл-центры. Цель этого звонка – предложить решение скрипт-дизайнер профессиональным колл-центрам, чтобы они использовали в своей работе. Это скрипт у нас относительно свеженький, и как вы видите, он часто ломается. При этом из 30 звонков цель достигнута в 7 случаях, не достигнута в 23, в 18 случаях скрипт отработал в штатном режиме, а в 12 случаях что-то пошло не так, и в скрипте не нашлось нужного ответа. Давайте посмотрим, какие это были 12 случаев и в чем там было дело. В этом отчете мы можем узнать, кто когда звонил, сколько было реплик сказано, сколько узлов пройдено, где завершился разговор и что там было не так. Вот в данном случае было пройдено 3 узла, то есть менеджер сказал 3 реплики и наткнулся на вопрос, которого не было в скрипте. То есть менеджеру задали вопрос, будет ли система речевой аналитики воспринимать это как ошибку, если клиент задаст дополнительный вопрос. И что делать в данном случае, действительно непонятно. Ну, для того, чтобы восстановить в голове, как на самом деле развивались события, мы можем открыть сценарий разговора и посмотреть вообще, а как же развивался разговор. Что в нем было. И разговор завершился на фразе «Договоренность об отправке видео в конструкторе скриптов скрипт-дизайнер», что сейчас мы разрабатываем, менеджер говорит клиенту, сейчас мы разрабатываем систему голосовой аналитики для оценки соответствия звонков скрипту. В каком виде вы сейчас используете скрипты? Текст, был схема Word, HTML файл или скрипт в CRM системе. Давайте я пришлю вам видео, в котором демонстрируется, как это реализовано у нас, на какую почту выслать. И здесь, видимо, менеджер получил вопрос клиента. Для того, чтобы прослушать, что именно спросил клиент, можно нажать на синенький треугольник, и тут же запустится запись разговора именно с этого участка, что, в общем-то, экономит много времени. Мы можем прослушать, каким образом дальше на самом деле развивался разговор, чтобы понять контекст. Даже если мы сейчас не будем слушать, в принципе, понятно несовершенство скрипта, что задали какой-то вопрос, а в скрипте он не был прописан. Как в этом случае поступать? Нужно нажать на решетку 4, это номер узла, где что-то пошло не так. Система откроет вам скрипт и спозиционирует на узел номер 4. Именно его мы и будем редактировать. Вот давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, у нас уже договоренность об отправке видео. И здесь подразумевалось, что диктует почту, никаких вопросов больше не поступает, поскольку нет ни одного ответа. Редактировать ответ мы можем добавить как в карточке узла, так и в интерфейсе самого скрипта, нажав на плюс «Добавить ответ». Ответ здесь такой. Задает дополнительный вопрос. Окей. Первый звонок делает неквалифицированный менеджер, он, скорее всего, не ответит на этот дополнительный вопрос. Поэтому мы добавляем узел. Давайте я вам пришлю видео. И там есть ответ на многие вопросы. Если после просмотра этого видео у вас останутся вопросы, я попрошу старшего менеджера с вами связаться и прояснить
все, что необходимо. На все дополнительные вопросы мы отправляем на узел номер 12. Давайте я вам пришлю. И после этого мы добавляем узел. Всего доброго. И говорим, что это у нас выход из разговора. Звонок может быть нормально завершен на этом узле, чтобы система могла автоматически просчитывать, что разговор завершился в штатном порядке. Сохраняем. Все. Вся процедура заняла у нас несколько минут. Напомню, что мы делали с вами. Мы прошли в списке скриптов, обратили внимание на именно те звонки, где скрипт сломался, и уже вышли на отчет по звонкам. Далее мы посмотрели комментарий менеджера, почему сломался этот разговор, почему что-то пошло не так. Но даже если бы мы не увидели этого комментария и не поняли, почему этот скрипт отработал в нештатном режиме, то мы бы могли сначала зайти в стенограмму разговора и прослушать последнюю реплику менеджера и возражение клиента, на котором скрипт сломался. В будущем мы планируем разработать и прикрутить сюда систему распознавания голоса для того, чтобы система могла автоматически прослушивать соответствие того, что говорит менеджер, скрипту. Потому что очень часто так бывает, что скрипты ломаются не потому, что скрипт несовершенен, а потому что менеджеры и операторы допускают отклонение от скрипта. И вот эта функция автоматического контроля разговора менеджеров по скрипту сэкономит огромное количество времени руководителям на контроль разговоров. Следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на рассылку скрипт-дизайнера. Для этого нужно просто зарегистрироваться в сервисе скрипт-дизайнер, и вы начнете получать наши новости. До встречи в следующем видео.